У боксеров и воспитанников спортивных школ начался новый сезон. Первые соревнования после летних каникул собрали 60 спортсменов из Старого Оскола, Алексеевки, Россоши и Воронежа. Состязались парни в возрасте от 15 до 17 лет. Турнир проходил в 2 дня. Традиционный турнир. Мы как бы хотим проверить ребят после каникул, которые пришли во время летних каникул, которые тренировались. Некоторые ребята выезжали в лагеря, готовились. Вот сейчас как бы порох у нас не отмокал, чтобы он был постоянно сухим. Вот мы как раз и проводим вот этот турнир. В большинстве вот этих встречек, финальные бои, побеждают староскольцы. Ну, в одной, там, в 2-3 боях всего лишь мы уступили. Остальные все встречи наши ребята выиграли.